Установить умную площадку в Югорске станет возможным благодаря тому, что город попал в федеральную программу как пилотный проект. Благодаря такой инициативе сам универсальный спорткомплекс достанется муниципалитету на безвозмездной основе. Он включает в себя футбольное поле, места для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, различные уличные тренажеры. Сейчас стоит вопрос с определением участка, куда бы мог поместиться такой масштабный объект. Одно из предложений – пустырь, где ранее планировалось построить школу. Самый оптимальный участок – это там, где мы хотели посадить школу на 500 мест, по улице Попова. Значит, у нас там идут теплосети, с энергогазом переговорили, а у нас запитана там только мечеть. Мечеть мы можем запитать с теплотрассы, которая идет по Попова, собраться, но с другой стороны улицы. То есть это обойдется для бюджета там 200 тысяч рублей. Много раз речь шла о том, чтобы такую площадку разместить на территории лицея, но предложенный к реализации проект не вписывается сюда по размерам. Также не рассматривается вариант размещения такого большого спортобъекта во дворах вблизи плотно застроенного жилого сектора в других микрорайонах города и на окраинах. В этом случае учитывалась проходимость и удобство расположения. Все-таки исходили из соображений, формально-неформально, центр города. Это второе. И третье, все-таки та идея, о чем говорили про школу-лицей, недалеко от школы-лицея, это третий момент. И четвертый, комплексное использование, в том числе колледжа. То есть максимальная загруженность. Чтобы начать установку умной площадки, муниципалитету необходимо провести первый этап подготовительных работ, на который потребуется изыскать около 20 миллионов рублей. Также было отмечено, что при успешном решении всех вопросов возведение объекта можно завершить к празднованию юбилея города, и он станет подарком для всех жителей. Татьяна Шакирова, Артем Крюков, Югорск ТВ.